Иванов Петрович, генерал... уже в частности о реконструкции Кремля и фирмы Mabitex, к сожалению, которые тоже, наверное, делают рекламу. Сколько там, вы, по-моему, говорили, что общая стоимость недвижимости 600 миллиардов? Не видел? Я тоже. Месяцев 5 не вменяю. Не трогаем тебя. Ну, вы знаете, это же просто какой-то бред. Президент Российской Федерации находится на государственном обеспечении. Я уже сказал, в соответствии с законами Российской Федерации. И каких-то счетах в Будапеште. Там, ну, почему в Будапеште? Что да, лучше или там в Швейцарии, там, или в Англии, или в Америке, так сказать, ну, я не знаю, где там, во Франции, в Германии. Все-таки банковская система этих стран более прочна, чем банковская система в Бухаресте. То есть это такой же бред, как и все остальное. Надо, то есть мы должны нормально. Вот это очень важный факт, да, как бы. Чего вы, ребята? Сами себе закроем пути, чтобы капитал приходили в Россию. Сами себе. Создавая и в том числе и внутри себя обстановку, что у нас криминальная страна. Да я вам скажу, в Швейцарии, в Америке, в Швейцарии, где ходят триллионы долларов, я думаю, что воров, если не так сказать, не меньше, то уж точно намного больше. Что-то о них никто не пишет. Нет, уважали, у нас только начальников, а все остальные. Здравствуйте. Иван Николаевич, доброе утро. Можно пройти? Здравствуйте. Иван Николаевич, как? Просто я не хотел бы, чтобы за эту всю, так сказать, компанию ответственность несла Россия. Здесь есть конкретные, видимо, персонажи, которые должны за все эти вещи отвечать. Но бросать такую тень на Россию, объявлять Russian Gate или еще что-нибудь такое, это, конечно, не очень красиво. Товарищи избранных в мандатную комиссию немедленно секретариат работы съезда. Есть предложение в количестве 4 человек. Рубликов, Левченко, Никифоренко и Свечников. И принято заявление, вопросы, замечания, предложения по работе съезда вносятся в секретариат письменным видением. Прошу поднять руку. Прошу пустить. Кто голосует против? Геннадий Андреевич. Ничего там не происходит. Добрый день. Добрый день. Геннадий Андреевич, можно... Ну, если бы ничего не было, они бы давно ответили. Ну, если бы не было. Сразу бы ответили. Немедленно сами потребовали создать комиссию, расследовать и показать, что чистка к стеклушку. Красным знаменем Гитлер, Геббельс, Даллес, Ельцин и Жириновский. Вот это к ним вопрос.